Zone B neutralized. Zone C lost. Zone B secure. Enemy captured Zone C. Это все плохо. Zone B lost. Zone C neutralized. Enemy captured Zone B. Zone C secure. Heavy ammo inbound. Zone B neutralized. Heavy ammo available. Enemy captured Zone B. You neutralize Zone A. You captured Zone A. Да, никто же не заставляет его поиграть. Zone C lost. Да ладно, сами когда будет больше, ты больше всего, то и ПВП, в принципе, будет получше. Тут просто уже подвешивает то, что мы с вами 3 часа, по сути, ну не 3, 2 часа играем в 2 карты, как бы. И в один и тот же режим прийти. Ну как бы, блин, все равно 4 карты. Тем более в одном и том же режиме. Но дело в том, что у нас как бы один и тот же режим. Либо другие режимы гораздо есть. Даже были те же самые карты. Наконец-то никто не спасет Кузьмича. Кто догнал все-таки, да. Zone B secure. У инвалида. Я играю рукой. Zone B lost. You neutralized Zone C. Enemy captured Zone B. Я себе ничего не менял, так хорошо. Zone C secure. Да нет, реально. Дело привычки тут скорее. You neutralized Zone B. You captured Zone B. Тем более там, на самом деле, чем медленнее разворот, тем легче целиться, по сути. Zone A lost. То, что ты так немножко мотнул, и тебя уже прицел улетел туда. Zone C lost. Enemy captured Zone A. Zone B lost. Даже ульту не пожалел. Secure. Enemy captured Zone B. Heavy ammo on the way.
Heavy ammo available. You neutralized Zone B. You captured Zone B. 1 minute. Zone B lost. Это которая по две штуки плюет. Enemy captured zone B. Zone A neutralized. Enemy captured zone C. Zone A secure. Got 10 seconds. Stand tall, Guardian. This battle is lost, but there will be others. Мне что-то вообще настолько что-то тупанул, что аж предпоследнее место занял в своей команде. Ну ладно, что, на этом все. Что, всем спасибо за игру, очень понравилось, зовите еще. Давайте, покедова. Ну что, ребят, на этом стрим тоже закончим. Всем спасибо, что были сегодня с нами, было здорово. Жалко, что Алекса мало слышно. Ну ладно, в следующий раз будет больше слышно. Вот, всем спасибо и хорошего вечера. И добавляйтесь, не добавляйтесь, следите за группой ВКонтакте, потому что там все самое интересное. Все, всем пока и удачи!